смотрю, то есть зачем мне вот это вот заглядывать, как оно там на самом деле все устроено, все происходит. Мне это не нужно. Поэтому я находился рядышком, выбирал такие ракурсы, чтобы, то есть, как бы со стороны головы у нее находиться, то есть помогал, держал за руку. Это классно. Я потом, мой сын вырастет, я ему скажу: сынок, я тебя самым первым видел и на родах присутствовал, там подобное, думаю, ему это понравится. Ну, вообще, как-то. Вот как-то так.